Факт. А где Колес? А я слип. Честно. I sleep, didi again. А я спать. Можно я попью и я лягу? Если я превращусь, то прости, пожалуйста. Спи, блядь, на улице. Вообще факт. Там твои кореша. Твои кореша на улице отдыхают. Вот, блядь, точно заразный. Так, я лег. Вы мне ковид там скосится. Ты врезался? Я лег. Давай, Маша, ты смотришь. Я лег. Ну, ждем Машу. Я не там повернула. Кстати, Алёх. А где Лёха? Он не сможет. А, уже у него смотрит. Гроза горит. Может, ты выйдешь? Ну, это будет быстрее. Я так долго старалась, что я не буду. Что ты не будешь? Из аура? Что? Ты куда врезалась? Еще раз врезалась. Господи, да как? И... Как ехать на этой херне? Машу за руль не садим. Маш. Машу и Никиту за руль не садим. Тогда получается. Посмотрите, я мимо где-нибудь проехала. Меня лучше не надо. Нет, вот, вниз. Я не врежусь в зомби, но я врежусь в рандомный столб. Я вам тачку. Не забудьте ее заглушить. Ой, знаю, как это делать, в отличие от тебя. Ты заглушила. Получается, и Женя заглушил. Окей, легче, наверное, назвать, кого надо садить за руль. Пацаны, я долго. Поешь и спать ложись. Я тачку привезла. Ты все насрать, Маш. В смысле, ты дома, Маш? Да, Маш умерла. Я сдохла, сделала себе тачку, приехала, а они такие, можешь спать, да? В смысле, ты у них или ты у нас? У нас дом. У них? У нас что, дом в торговом центре? Ну, я не знаю. Может, вы переезжаете? Да. Съехали, блядь. Наконец-то, блядь. Мы открылись. Бабки не будут спавниться. Ну, вы ляжете спать или нет? Ну, ёб вашу... Ёб твою мать! Мы спим. Точно? Это чисто мем, я шоколадку открываю, блядь, вот это вот. Я несу тортик, твою мать! Да. Реально, блядь, вы не представляете мою гордость, блядь. Я бутылкой заправила машину и поехала. Откуда в бутылке брала жидкость? В соседней разбитой тачке. Окей, мы довольно долго спали. Угу. Никита умер, да? Да нет, скоро. Это перегар, Никита. Так, я достаю дробовик. Это перегар. Вы же мой труп... У него сушняк, я понял. Идем чистить в дальнем крыле, там куча зомби. Где? Вон там? Ну, сверху попадали. Ой, Паш, я же тебе веревку принесла. Зачем? Не знаю, тебе надо было. Нихуя, ты один раз тюкнула, и она умерла. Это как? И прицел. И этот... Женя, это какой у тебя уровень уже топоров? Да сейчас третий вроде, но с катаной я всегда так херачил. Четыре. Нет, третий. Маш, помоги, пожалуйста, разгрузить. О, это ювелирка. Ящик. Ты угораешь, я сейчас пацанам за своим этим поеду, за трупом себе. Да они же его привезут. Нихуя. Да, мы привезем. Я поехала за своим трупом. Я что, зря машину кинула? Ясно, Маша меня кинула. Немножко, да. Ну как немножко? Немножко. Ну как немножко? Три смычка, да, ребят? Распилили бабу. Ты можешь меня не толкать? Ты меня толкнул прям под нее. Толкай. Я чтобы решительный ты был. Ювелирочка. Давай. Познакомься. Ювелирочка. Правильно кольца делает, правильно. Да, нихуя полезного нет. Колесов, ты ювелир получил? Ой, тут труп. Возможно, криминал. Поконим. А тут с какой-нибудь тачки можно? Покурим? Покурим. Поконим.
поконим и покурим, бля. Поскурим. Здесь место такое херовое, не толкайте меня, я не хочу. Так, тут что-то. Доски, доски, хуёски. О, кузнечный молот. Мешок шкурки. Кого? Мешок шкурки. Мешок шашлыка. Помогите, помогите, помогите! Где ты? Так где ты? Я в магазине, тут, наверное. Вашу и что, у тебя денег не оказалось, или что? Или в очередь за тебя постоять? Да, у меня этот охотник. Охотник. Мешок шкука-курки, охотники у него там. Все подряд просто. Вот тут удочка есть. Уди. Блять, сейчас рыбачить будет. На червя. Те... Швабра нужна была, да, Маш? У меня есть. Есть швабра? Угу. О, блядь, тетя. Сзади! Тетя Мотя. Блядь! Ударь, я потом отбегай. Это он даже не ударит, отбегает сразу. О, у нее бейсбол. Это полезная хуйня. Заберем. Воробывает зомби. Садовый опрыскиватель надо нам? У нас он есть? Есть, нет? Лейка есть, а опрыскивателя вроде нет. Давайте что возьмем. Знаете? Ключ от дома. Теоретически, это ж может быть от... Ну, это от торгового центра. Да. Если будут какие-то закрытые двери, смогу открыть. Запертые двери, да. Тут берцы три штуки. Кирка, кстати, нужна кому? Нет. Она нет. Хорошая? Ну да, топор, типа, считается. Я хочу. Возьму я тогда. Еду. Так, два трупа. Да, идут. Подождем. Ну ладно, справишься? Нет. Здоровый дядька, блин. Ты просто я чпок, она все упала, блин. Ну топоры. Говорил, блин, лох, хуй ты не поехал, блядь. Че за свои навыки боишься, блядь? Сам, блядь, не вкачан. А, бля. Я не говорю, Никита, момент. Я хоть и помираю, но я не говорил, что я зря поехал. Ты чё, Паш? Блин. Ну, я вижу, как ты боишься, понимаешь? Врезалась? Опять эта невидимая хуйня. На мосту. На мосте. На мосте. Колесов, ты нас не потерял? Нет, я знаю дорогу, парни. И Маш. Маша, Маша сама здесь... пытается найти дорогу. Do you know the way? Верите, что ли? Нет. Do you know the way? Knuckles. Маша, ты хотела... Разъебусь. Ты хотела, Маша, сдавать на права, да? Лучше сдайся. Брось эту затею. Витаминчиков попьем. Мама, мам, все. Мама, спаси. Мамочка, маме, мама, маме. Ой, как же ему плохо, а? Мне хорошо, Паш. Вот что-что, но мне точно неплохо. Так, ладно, пойдем отсюда или мы здесь пройдем? Да я шапку ищу. А, стой, тут этот самый, стой. Спортивная, бейсболка, Федора. Федора, это не оно? Не, оно, не. Оно, посмотри. Да ну, нет, это тоже неплохая шляпа. Федора, это шляпа. Федора, это шляпа какая-то. Ну, это такая, типичная шляпа такая деловая. Есть. Деда какого-нибудь. Так все сходится. Дедовая. Дедовичок, да, такой? Воооо, Никита! Нашел, я говорю, она. Но это не Федора была. Это летняя шляпа. А там еще одна есть? Нет, одна была. Я поздравляю, ты вернул. Да. Запомни, что не это летняя шляпа. Да. Не то, конечно, ну, не конкретно ту же самую, но нормально. А тут еще проход есть. Кожаная куртка есть просто, надо? Черная. Да байкер. Там кто-то на М Агнус хотел что-то.
Агнес. Так надо, нет? Но есть байкерская? Нету. Не байкерская. У нас был один Ниган. Не, ну я нормальный Ниган. Паша, с тебя байкер, как с меня балерина. С тебя, значит, прекрасная балерина. Где моя пачка тогда? О, зомби. Ну, пачка сигарет у тебя точно где-то была. Кармане. Учитывая, что у тебя было, там же не 600, блин. Сигарет. 200 было. Но не множится? Не множится. Пойдем обратно. Блять. О, книги, книги. О, о. Или это не книги, подожди. Задумался. Иди, лутай ее. Это прям. Мы тут можем спать, кстати. Да, ага, за стеклом. Да нормально, застеклит. А ты в курсе? Тут просто сапоги. Тут есть плиты, века. Паша. Биты? Ну, плиты, плита. Газовая. Блять, заебись, я их разобрать не могу. Надо. Спасибо. Смотри, какие классные. Есть и гриль, посмотри, ебать. Красный гриль. Да выберите, пока потом приедем, заберем. А, требуется инструмент, пропановая горелка, газосварка нужна. Ты разобрать не пытаешься? Электроника. Не электроника, да, ты разобрать. Пытаешься? Ну вот, блядь. А, там надо поднять? Поднять надо. Подожди, сейчас поднять нажму. Чтоб точно. А, электроника третьего уровня. Ну вот, все, у меня нет. Чтобы поднять Владимир, плиту, нужна кровать. Электроника. Чего, блядь? О, тут будем спать, да? Но там же, наверное, Жене её открутить надо для начала. Ну, чтобы открутить болты, тебе электронику не надо знать. Ну, чтобы не ебануло, блядь. Ну, при чем тут электроника все еще? Если она электрическая плита, на электричестве, то окей. Получается, что, кстати, да, откуда у нас газ? Значит, она электрическая плита. Я бегаю по дому, получаю урон. Ковбойская шляпа, Никит. Надо? Возьми. Не скоро перевес будет уже. Возьми. У меня уже. Ну, у меня тоже уже, но я имею в виду смертельный перевес. Это скоро килограмм? Ну, я имею в виду смертельный, когда наступает трата ХП. У меня она раньше как-то наступает. Да, шляпа, конечно, огонь. Да, прицельчик. Мишень. Телевизор тут в коробке какой-то. Не вон, надо? Шапка с балабоном. Вот так бы в коробке лежал бы этот самый телевизор, а этот плита вообще охуенно было бы. Ты бы плиту спиздил? Из магазина? Даже бы не заплатил? Ты деньги не собираешь? Ебать, я нашел, где мы спали, Жень. Иди сюда. В коробках? Вы спали в коробках? А-а-а. Мы же тогда сюда не дошли, да. Вот просто здесь три стула поставили в коридоре и спали. Хотя с другой стороны там это было здесь открыто. Было разобрано. Да. Вон, иди посмотреть по лесу. Че там? Просто на трех стульях. Смешные. Причем каждый в свою сторону смотрит. Да. Чтоб не подсматривать. Зачем? Вот зачем подсматривать? Чё в книжках-то было? Чё-то интересное было? Или пустые шкафы были, Никит? Там хуйня какая-то. Ой, блин. Каким образом на парковке стоят машины, а ни в одной нету бензина? Блять, Маша ходит, бензин типа рычит. Я нашла. Это выход. Так там второй этаж ещё есть. Да. Я предлагаю зачистить все-таки верхний этот ярус. О, не верхний ярус, а самый крайний ярус. Там куча зомбарей. И зачистим, и посмотрим. Ну, надо и Колесова, потому что вдвоем будет жестко. Колесо, пошли. Окей. Что-то не понял. Куда вы там умотали-то, а? Мы здесь. На перекрестке ждем-то. Никит, не это. Ну, если справишься, иди. Нет, ты че, я не ебанутый.
Ну, не знаю. Магнус, иди нахуй. А что ты Колесова не послал? Кика меня. Да он уже, ты уже у нас да. В черной машине твой труп. Поняла, где? В багажнике, если что. Возле кинотеатра со стыла. Да, вот с тыла. Нет, с тыла у кинотеатра. Здесь? Нет. Что такое тыл кинотеатра, блядь? Короче, жопу. Я тебе здесь и показываю, ты дом еще ничего. Магазином, блин. Спирали, это там же. Не женитесь, пацаны. Не женитесь, пацаны. Мы матерям еще нужны. Да. Все, пошли. Никита сзади. Мы идем. Какой? В черный, на который? Газел. Вот в этой черный? Черный, да. Да. А, блядь, мертвый. Я вас одного не там. Ну, у меня мертвый. Он, видимо. Видимо. О, бег там первый уровень. Зомби. Нормально. Бегаю тебе быстрее. Костя, что ты псыкаешь? Ну там зомби где-то в детской комнате. Милиции. Жестко. Зачем вы? Кто ходил, блядь, камни собирал? Я в ахуе, я. Ну, я собирается попробовать решил. Ходил и находил кузнечиков, мокрицу, камни. Понравилось? Да нет. Грибы. Ух ты, блядь. Отравленные, правда, блядь. Да, там их дофига. Угу. Дофигулин. Жень, а пачки семян ты куда дел? Все высыпал? Пачки семян, как бы в гараже есть дверь. О, желтенький, это самый, курточка прикольная, можешь сидеть. В гараже есть дверь, возле гаража, возле двери в гараж. А, сверху? Что? Ну, наверное, упал, да. Упал, сзади. Ну, убьешь, не? Вряд ли. Окей. Попробуй. Вот, а там, и там есть этот, ну, полка. Я понял, да. Это еще идет. А вон так, еще давайте, тут 4. Стоять, да, тут стоять, и потихоньку они сами будут к нам идти. Да, главное еще факты сокрыть. Звезда. Опа. Блять. Шляпку уже не просри. Да вон валяется, блин. Сейчас. Я защищаю шляпу. А кусают назад в верхнюю эту самую, да, часть. Царапнули. Ну, царапина еще не показатель. Да. Я вот пока живой. Я показатель такой. Очень низкий шанс заражения. Слышишь, Колесов, а если ты типа в деревьях ходил и от деревьев поцарапался? Тоже? Серьезно? Нет, конечно. Нет? Ну типа нормально. Как тебе деревья заразят? Зомби деревья? Не, ну я хуй знает. Или зомби через... стекло, там ты порезался, достал осколки, но все равно. Ну да. А вдруг, блядь? Ну типа. Пойдемте туда. Эти что-то не реагируют. О, так. Там слева. Не, ой, дохуя. Стойте, давайте обратно вернемся. Ну мы сейчас вернемся. Да вот. Стоим на месте. Вернитесь. Нужны. Не теряем. Да, там еще на улице. Большая, я тыл прикрываю. О, господи, Никита подошел сзади, я напугался. Да, и зарычал. Короче, я сейчас плюс-минус отсортирую все, так чтобы... А, сзади, ребят! Из подсобки вывели. Ого. Мимо. Сквозная. А вот сейчас... Сейчас, ну, беги! Я не знаю, как мимо, но как-то мимо. Может, просто защитил какая-то одежда? Наверное. Уже не бессмертие. Какая одежда? Да, у меня чит на бессмертие стоит. Колесов, а зачем ты бинты грязные сложил? Чтобы потом помыть.
Понял. Неудобный угол обозрения, чтобы сражаться просто для меня лично. Он присел, блядь, ты хрен. Я выдохся, потому что... Чилит. Сильное напряжение, я вообще урон не наношу. Они отсюда прут, давай... Иди посмотри, нет, я там, пока там колесо бы я урон. Да, ползут. Я не буду, сейчас еще выйдет одна. Вообще нам спать так. Уже скоро, 21 и все такое. Скоро становлюсь. Вышло. Ой. Там еще выйдет. Там они, походу, там их куча. Вот тут смотри, сразу заходишь, и вот это вот справа хуйня, да. Может мне их машины передавить? Злая Маша. А мы вот тут, кстати, но за стеклом. Идут. Давайте на тайке. А ты? Блять, почему я не могу теперь ломать? А, блять! Что с Никитой случилось? Грызануло. Но при этом урон мне вообще не засчитался. Ну, в этом. Значит, магия. Одежду проверь, часть скорее всего, там дырок где-то. Хорошо. Ну, часть. Банки, если будут, забирайте. Зачем тебе банк? Почему я не могу с меня молоко? Консервировать? Я не могу окно, блин, сломать у машины. А ты... Что такое? Ну ты оборачивайся, во-первых, попробуй. А вы же хотите справа всех зачищать, там их очень много. Там раз, три, четыре, там же человек 20 стоит. Прямо спать идемте, давайте лучше. Ну, по сути, тут ничего интересного нету. Поэтому оно того стоить не будет. Идемте спать. Идемте Машу встретим. А кому же? Я уверен, да. Что вы хотите... Сейчас встретим. Не, вы не уверены. Маш, вот не убегай отсюда далеко. Тут где-то проход. Дело не иди в нашу сторону. А в том, что за мной ёбаный толпа. А, прям много? Ну, сейчас выйдем. В вашу сторону. Слева мы, кстати, зачистили прям всех. Осталось не... только правая часть. Ты точно не туда пошла. Я не знаю, куда, Жень, ну, господи. Ну, что это такое? Да. Вон ты. Не туда я пошла, ага. Давай на какую-нибудь тачку подобрать. Их прям много? Ну, я не знаю уже. Наверное, уже не очень. Нет, все. Все они застали. Да. Идем. Дайте воды. Я 3 бутылки выпила по дороге. Да. Значит, вообще никого нету. Ну там они потерялись. А, вон он. Они к дверце. Они к нам идут, кстати. Так что давайте лучше побыстрее спрячемся. Давай. Ну они там столпились немножко. Стадный инстинкт. Все, пойдемте спать. Сейчас я топоры подниму, перенесу их. Маш, кирка нужна. Да. А у Маши здесь еще здесь ни разу не было, точно. Да я смотрю, что доехал. Какой-то тачки сливать бензин. Она знает все тачки, с которых можно слить бензин. Не, я просто все пробовала по дороге, какие видела. И как? Ну, не очень. Неудачно, понял. Надо стульчик взять, потому что там же нет. Ага. Найди, Маш, найди стульчик себе. На коленках пусть спит. А, тут, о, тут кресло есть, я могу разобрать кресло. Да не, вот стул есть, сейчас подниму. Можно попробовать на одном. Вокруг стула? Все, взял, пойдемте. Кто быстрее, блядь? Кто-нибудь должен включить музыку в этот момент. Не, еще и в бошку укусили, шляпа не помогла. Так, подожди, а это не тот этот, не тот район. Не тот этот. Ну, у нас времени как-то не особо выбирать район, кварталы. Давайте сюда стулья поперетаскиваем. О, это примерочно, ладно. Мы спим? Подожди, стулья сюда поперетаскивать? Еще 3 надо. Ладно, я пока подзанимаюсь. А я перебинтуюсь. Может, мы все-таки на одном как-нибудь попробуем? Да, не получится, мы куча раз... А попробуйте! Сейчас перебинтуюсь. Кач. Ни хрена себе. Смотри, вот это вот бесплатный, вот это Deluxe Edition.
Ну, что было рядом, то я и принес. Маш, ты где? Где ты? Я вообще могу 50 килограмм таскать, блин. Потеряли Марию, она больше не придет. Больше не прилетит. Больше бензин не сольет. Ой, да, хреново получается.